Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. В сети обсуждают жуткий снимок Екатерины Варнавы. Поклонники не признали кумира. В этом году стало известно о закрытии шоу Comedy Woman, из-за чего некоторые участницы проекта лишились хорошего дохода. Что касается Варнавы, то она без работы не осталась. С недавнего времени актриса не только ведет новое шоу на ТНТ, но и играет в спектакле «Бульба» — пир в театре на Малой Бронной. Чтобы позвать поклонников на постановку, Екатерина разместила фото, на котором запечатлена в необычном сценическом образе. У Варнавы, облаченной в черное, чем-то испачкано лицо, а кожу на подбородке она оттянула правой рукой. Темные тона на снимке и взгляд актрисы изрядно напугали пользователей сети, о чем они дали знать в комментариях, пишет Пятый канал. Какой ужас! У меня инсульт. Инфаркт поймать можно спросонья, будто вы у меня в автосервисе работаете. Чуть с дивана не упала от такой красоты, да мурашек, Баба-Яга. Высказались поклонники. Другие же безмерно горды за Варнаву, которая из звезды КВН превратилась в серьезную театральную актрису. Подписчики выразили желание посетить спектакль с участием Екатерины, однако, как отметили некоторые, билеты уже распроданы. Спасибо за просмотр, пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи!